Я вышла без рукавов, но похоже я не по погоде вышла. Вышла и сейчас зайду назад. Пять часов у меня мой автобус. Хочу просто посмотреть в аутсайде. Просидела весь день в такой неге. Так хорошо было. Монтировала видео. Не хотелось даже никуда уходить. Вот он, Пульман. Рядом с аэропортом. Нет, не буду я никуда уходить. Всего часик. Пойду-ка я в интернет. Это надо было утром решать. Мне еще и холодно к тому же. Какая трава уже большая. Тепло, несмотря что я замерзла, пойду одеваться. Так, куда-то я не туда забрела. Сейчас пойду все проверю. Опять пятый, десятый раз билеты свои. Больше не хочется тут оставаться. Ходила на ресепшн. Магнитная карта перестала открывать дверь. Но вот я вышла на улицу, погуляла. Я думала, это зависит от того, что я выходила. Может, она размагнитилась, еще что-то. Они мне сейчас принесли другую карту и сказали, что это не зависит от вас. У всей техники сейчас проблема почему-то вот сегодня. Но это не знаю, правда, неправда. Но вон там самолет гудит. Так, сюда. В общем, я думаю, если бы я, хоть даже на таком плохом уровне, как я говорю, если бы я не владела английским, я бы, наверное, в аэропорту так 24 часа и просидела на скамеечке, потому что, на самом деле, вытребовать этот отель и еду было сложно. И карту вот эту даже сейчас сменить. На все нужен английский. В общем, казалось бы, даже такой плохенький, но он необходим. Вот тут вот. Вот теперь зелененьким зажглась. А так я тыкала-тыкала, он зажигался красненьким. И не пускал меня. Как будто я не к себе рвусь. Ну вот свет везде загорелся. Фух. Через часик уже мой автобус. Ну все, сказали, шаттл будет через 10 минут, автобус в аэропорт. Подожду, полюбуюсь, понаблюдаю за народом. Я заметила, у них вот и на ресепшене вот этот мужчина, стульев нет, они у них не садятся, служащие, они стоят. Получается, сколько, 8 или там 10 часов или 12.
они должны стоять. Я потому что вчера еще вот обратила внимание, вот здесь у них нету стульев. Нас принимали стоя, сверху на компьютер смотрели. Думаю, наверное, хотел постоять. Потом посмотрела, нет, не хочет постоять. Просто не может посидеть, не на чем. Стулья только для, наверное, посетителей, клиентов. Вон еще второй мальчик тоже стоит. Что-то я одна. Ни водителя, ни пассажиров. 5 часов подъехал, честно. Сказали в 5, значит в 5. Будем ждать. Собирает народ по отелям, но мой отель, по-моему, был круче, гораздо круче. А пока я одна. Хорошо. Вчера мы ехали, ну, минут 15-20 от аэропорта. Очень большой аэропорт в Турции. Надо внимательно следить. Так, где у меня Нью-Дели? 20:15. Ну, конечно, я рано приехала. Его еще даже нету. Но меня так отправили. Погуляю. Надо паспортный контроль пройти вообще-то. Воду пока разрешили пронести. Потом, может, отнимут. Паспорт контроль. Вроде. Да. Как я вчера поносилась по этому аэропорту. А я проверяю очень тщательно. Компьютеры особенно. Их надо включать. И это радует, потому что безопасность очень важна. Пойду.
теперь смогу хоть спокойно все это рассмотреть. Вчера носилась как потерпевшая. Вот куда-то вот этот фудкорт, потом куда-то там налево, потом куда-то вниз, потом еще куда-то отправили. И интересно, я когда уже добилась там смены билета, мне сказали, вам дадут отель. Я пошла туда, где мне поменяли билет. Я говорю, а что насчет отеля? А кто вам сказал? Я говорю, вот где бумажку давали, что мне надо поменять? Ничего не знаю, идите туда. Потом все-таки мне дали даже кого-то русскоговорящего. Вот. Но шоку я натерпелась. Опять вот этот вот стульчик. И тарелочка для домовенка. Каких тут денежных единицах продают булки. Хотя я сегодня так на завтраке наелась. Что, может быть, я и доживу до самолетной еды. Сейчас будем смотреть. Пахнет вкусно. Соблазнительно. Весь народ сидит, булки ест. Очень много народу. Ух, достало как вовремя. Индиан. Ну, завтра уже поем индийскую еду. Кто тут что ест? Обошла уже почти по кругу всю. Большой фудкорт. Два часа до самолета. Выживу. Пойду лучше сяду. Переутомилась я немножко. Надо искать сиденье. Так. All gates, все ворота. Прямо. Идем прямо. Так. Куда приткнуться? Все места заняты. Людей много, мест мало, как в Индии. Неужели такая Турция большая страна? Сколько же в ней миллионов? Срочно надо искать место. О, кажется, я вижу. Блин. Кажется, он сейчас займет. Нью-Дели, 306. Ура! С воротами определились. Теперь смотрим, куда. Вот, направо. Ура! Сейчас хоть есть время и возможность спокойно поснимать. Потому что вчера в Мэйле бегала. Так же, как и в Дели. И большой. И вот есть тут дорожки. Mm-hmm.
веселая девушка. Я тоже так хочу. Я так хочу, но мне мой рюкзак так не позволяет. Главное, чтобы не поменяли потом ворота. Говорят, еще могут по 3 раза поменять здесь. Вижу цель, не вижу препятствий. 306, конец пути. Как же много народа. Опять бы найти себе лавочку. Там где-то в этом районе теперь надо искать лавочку и приземляться. Подальше, поближе. Замечательный аэробус. Большой. Ну, мне опять... Место окошечко попалось. Уже много индийских лиц.